спасение Христово видевши. Помните, у нас был один батюшка, отец Дионисий, такой небольшого роста, молодой, чернявый. Вот. У них завтра престольный праздник, у них храм в честь Антония Печерского. И он пригласил меня на богослужение. Поэтому я сегодня выезжаю туда, вечером там будет служба, и завтра будет владыка митрополит там на службе. Вот, в Барнауле. Это где-то на Ленинском проспекте находится храм Ленина 149, дом. С этим домом, он как-то там во дворе. Там раньше была колония, но сейчас нет, и она оказалась там храм этот. Так среди домов там вот. Мне его с улицы не видать даже. Он небольшой такой храм. Всех вас, Господь. Сергей, подожди меня.